Ну а наразі нашу гостю представить моя колега Ольга Гвоздецька. До нас вітала Ірина Гриб, головний редактор порталу «Усі». Вітаємо вас, Ірина. Вітаю. Добрий день. На початку сьогодні з праздником. З праздником. Так, і вас можна привітати з відкриттям студії. Такий новий формат. Ви вже почали роботу. Розкажіть, будь ласка, про новації і взагалі новації висвітлення виборчого процесу. І чому саме під вибори вирішили це зробити? Да, ну, під вибори так ми стремились к тому, чтобы это случилось. Хотелось бы пораньше, чтобы мы были более готовы, но да, мы сегодня в новом формате открыли свою студию, теперь мы будем вещать еще и в формате YouTube-канала и видеороликов для Facebook и вообще всех социальных сетей, которые только возможны, которые не запрещены. Мы решили немножко по-другому взглянуть на выборы и посмотреть на выборы с точки зрения обывателя и, допустим, человека, который работает в штабе. Потому что то, как работают журналисты, это один механизм работы. То, как работают, допустим, люди, которые в штабах работают, это совершенно другой механизм. Вот, допустим, журналисты, они работают, начиная примерно с 8 утра до 8 вечера. Дальше они так выдыхают, берут комментарии, слушают экзиполы, а самый важный процесс, на самом деле, процесс подсчета голосов, он происходит как раз-таки с 8 часов вечера, когда закрываются участки. И мы будем вести беспрерывный стрим с 4 окружных комиссий. Это Приморская райадминистрация, Суворовская, Малиновская и Киевская райадминистрация. У нас будет беспрерывный стрим прямо до утра. Мы будем следить за всеми участками и в режиме реального времени рассказывать нашим зрителям на интерактивной карте о том, как проголосовала Одесса. То есть результаты от ЦВК вы получаете с задержкой 3-4 часа. Ми будемо предоставляти це исключительно в режимі реального времени. Тобто, прокинувшись вночі, піти попити водички, можна обімкнути телефон, гаджети, подивитися. Як голосує Одеса. Да, як голосує Одеса, і хто скільки посчитався, хто за кого проголосував, і хто є лідером гонки по районам, по округам в місті Одеса. На самом деле, казалось бы, да, что ничего сложного, но, к сожалению, Одесса является таким аутсайдером в формате именно визуализации выборов, визуализации избирательного процесса в плане окружных комиссий. То есть мы работаем в основном как журналисты, мы много внимания, и это очень важно, уделяем нарушениях на участках, да, избирательного процесса. Но, к сожалению, очень мало внимания уделяется процессу подсчета голосов. Это, кстати, связано и с тем, что многие журналисты, они не очень осведомлены, как работает, да, в принципе, как выборы работают, механизм, да, вот мы, к сожалению, это утро для нас началось с нарушений. Мои журналисты пришли в 7 утра к окружным избирательным комиссиям. Где-то в 7:30 они должны были открыться. Да, и собрать материал, собрать данные со всех участков. Открыты ли участки, получили ли бюллетени, запломбированы ли урны, все ли в порядке. В 7:30 пришли мои журналисты, ни одна из окружных комиссий не была открыта еще, но в Киевской райадминистрации, это да, вот в этой окружной, в Киевском районе, моим журналистам препятствовали именно в том, чтобы зайти, попасть в здание окружной избирательной комиссии. Что говорили? Это была муниципальная варта. Они говорили фразу, это четко видно у нас на сайте, у нас есть видеозапись. Они говорили о том, что мы подождем старшего, и старший вас пропустит. При том, что мой журналист, он четко видел о том, что есть люди, есть члены комиссии, которые ходят, собирают какие-то данные. И все доходило до такого абсурда, да, что они просто забаррикадировали вход в райадминистрацию на крики «Что же вы делаете?». Да, это было очень неприятно. Они просто выталкивали моих журналистов. Вышла замглавы комиссии и сказала «Что же вы делаете? Запускайте». Когда мои журналисты попали вовнутрь, они увидели, что закрыт зал, в котором должна быть избирательная комиссия. И члены ОИК сидят просто, это тоже есть фотографии на нашем сайте, они сидят просто на стульчиках и вручную в коридоре
коридорчики собирают данные с участков, какие участки открылись в Киевском районе. А чему зала закрыта? Питання. Да. Ну, скажем так, с небольшим опозданием, но без проблем открылся Суворовская комиссия. Была небольшая проблема с Приморской ОИК, с комиссией. Они моему журналисту вчера сказали, что они ее могут открыть ей дверь, да, ну, впустить только если зарегистрируют, на что у нас было, конечно же, возмущение. Они посмотрели законы, извинились, принесли свои извинения, сказали, приходите, пожалуйста, в любое время, когда вам... знают законы. Да, это большая прочитать. Проблема. Я тоже об этом хотела сказать. У нас был вот первый стрим, первые итоги, и мы как раз говорили о том, что очень большая проблема — наблюдатели не знают закон. Никто вообще, на самом деле, из огромного количества людей, которые задействованы в избирательном процессе, не знают законы. Они понятия не имеют. Они не знают вообще, что такое нарушение и как они происходят. З вашим попередником-юристом теж про це казали. Він це пояснив тим, що люди не хочуть бути членами комісії. Це сьогодні, ну, така принудиловка майже. І звідси і такі проблеми. Ну, люди не хочуть вивчати. Давайте не будемо лукавити. Люди деньги за це получають. Ну, давайте будемо... Такі великі. Я не буду називати політсілу, але я знаю, що замглави комісії одной из политических сил, которая входит в топ-5 кандидатов, получает 4000 гривен за сутки. Это в украинских реалиях деньги неплохие. Тож штаби погано працюють тоді, не готують своїх спостерігачів. Ми сьогодні якраз таки говорили о том, що це так називаємо дешевые вибори, коли економлять на дуже важливих вещах. Вот тренинг для наблюдателей условних у хорошого юриста стоїть примерно 100-150 доларів. Это люди, которые сэкономили эти деньги на то, чтобы собрать этих людей. И один час я для своих журналистов провела 2 тренинга по избирательному праву. Мои журналисты прекрасно знают разницу между участком, комиссией окружной. Они знают, во сколько открываются суды, сколько они работают, как работает полиция, что такое нарушение, какие нарушения караются криминальной ответственностью. Будут хорошими спостерігачами. Да, вот в этом плане не вопрос. Но это вопрос штабов и вопрос того, что мы опять же говорили. Вы же заметили безумное количество скрытой политической рекламы топ-3 конкурентов. У нас есть топ-3 кандидата, и все трое вывесили прекрасные борды без вроде как политической символики, без признавания. Да, но в принципе, да, мы все понимаем, что политическая реклама. И к чему мы, да, вот приходим? Мы пришли к тому, что не будучи, да, там еще президентом, или будучи уже, люди находят уже лазейки в законе. То есть это такая лакмусовая бумажка отношения нашего к закону. То есть если на уровне самом высоком, да, позволяют себе найти лазейку, чтобы обойти закон, то о чем можно говорить здесь на местах? Это ужасно, потому что вот я сегодня говорила несколько раз и буду говорить всегда. Не бывает чуть-чуть закон или сильно закон. Парковаться на местах для инвалидов нельзя, и убивать людей нельзя. И это одинаковое нельзя. Потому что для тех, у кого это чуть-чуть нельзя или сильно нельзя, это вот в этом проблема. Да, есть закон, его нужно выполнять. И у нас, к сожалению, с этим большая проблема. Зараз з нами на прямому зв'язку знаходиться політолог з Києва Олександра Решмеділова. Вітаємо вас, Олександро. Здравствуйте, студія. Знаємо, що у вас є інформація про певні порушення. Розкажіть, будь ласка. Смотрите, поле для фальсификации, коллеги, и я в том числе, мы фиксируем заранее, да, то есть мы говорили о всевозможных возможностях сеток, подкупа, массовых фальсификаций, но было интересно, что будет использовано. То есть ружье-то на стену повесили, выстрелит оно, не выстрелит, возможно, убьет оно кого-то, да, каким будет цена. Сейчас пока мы наблюдаем разные фальсификации за общие как бы обращениями граждан, но около 300 обращений с нарушениями. Но есть другая информация, что экзит-полы, которые собирают информацию, опрашивают граждан, как они проголосовали, фиксируют одни данные, передают их непосредственно наверх в свои конторы, а там уже на местах, согласно, наверное, заказам или подыгрыванию определенным кандидатам, могут быть искривления. Наблюдали это и с социологиями, потому что крайне разные нам давали показания, разные социологические центры. Одним из открытий этого избирательного процесса, это как раз было
подыгрывание социологов определенным игрокам. Поэтому это остается. То есть мы можем гарантировать, что у нас будут некие баталии экзит-полов, которые будут показывать нам, возможно, совершенно противоположные результаты. Поэтому будем ждать, насколько оперативно Центральная избирательная комиссия сможет нам обеспечить подсчет, насколько он будет, а, своевременным, б, прозрачным, в, демократичным, не будет ли там каких-то задержек, не будет ли там перекосов на местах, потому что к Центральной избирательной комиссии, которая была заново избрана, создана, сформирована, тоже было крайне много вопросов, не будет ли она подыгрывать, ну, допустим, действующему гаранту. Дякуємо, Олександру. Якщо можна, ще одне питання. Особисто ви, чи проголосували вже і, можливо, помітили порушення, чи було спокійно на вашій дільниці? Да, я сама проголосувала утром, в 10:30 утра. У нас не було ажіотажа, голосувала в столиці. Не було ніяких особих моментів, чтобы кто-то кому-то мешал, кто-то кому-то что-то подсказывал, кто-то, допустим, как бывает, сотники приводят свою там сетку, да, и которой видно, да, что люди организованными группами идут. У нас не было ажиотажа, спокойно, заняло все голосование не больше 10 минут, поэтому глобально я в это время суток, когда голосовала, я не наблюдала каких-то искажений, искривлений. Дякуємо, Олександру, вам за інформацію. Це була київський політолог Олександра Решмеділова. Зараз у нас є телефонний дзвінок, потім повернемося до ситуації. Вітаємо вас. Як вас звати? Ваше питання, будь ласка. Вітаємо. Чи чуєте ви нас? Вот вы знаете, до такой глубины души возмущается, что это не выборы, а вообще какой-то кукольный театр. И я говорю, было каждый год, я не могу сказать, хреново, по-одесски говоря. Но вот в этом, раньше хоть бросали эти бюллетени где-то во дворах, возле парадных, а сейчас ничего. Люди ни в Киевском не могут проголосовать, ни вот Прохоровская, никому ничего не дали. Это нашими голосами будут манипулировать. Разве это выборы? Опять какого-то мудака выберут, и все. Чули, дякуємо. Дякуємо. Давайте прокоментуємо. Да. Дуже емоційний глядач. Два момента. Ну, смотрите, как бы там ни было, я могу точно сказать, что эти выборы достаточно прозрачные. По крайней мере, за мой опыт работы в избирательном процессе, он у меня достаточно большой, я могу сказать, что такое пристальное внимание общественности, ну, впервые, наверное. Причем тут общественность есть, и которая действительно чистосердечно заинтересована, и есть общественники, да, которые имеют там условный ценник и представляют какие-то кандидаты, но также приковано внимание. Это первое. Второе, я хотела бы объяснить один момент, когда говорят, там, что же за выборы. Очень большая явка по Одессе. Я когда выезжала к вам, я смотрела, Мустафа Найем давал 44-75% по Украине. Цивакадова дала на понад 45 уже. Да. И примерно такая же явка для Одессы. Это невероятно огромная явка, потому что прошлые президентские выборы явка по Одессе была 43%. Это я точно могу сказать, потому что мы мониторили этот процесс. То есть на середину дня явка выше, чем за весь день прошлый, за весь избирательный процесс прошлые выборы. Чи доверяете вы этим данным? Все ж таки є підозри. Смотрите, ну на самом деле нам скидывают фотографии, и есть реально, вот у меня есть журналист Ольга Баклаженко, она реально стояла в очереди. Я теж стояла у черзі, хотіла додати. Да. Дві черги до двох столів були опівдні на дільниці. Я би хотіла сказати один такий момент, дуже важливий для всіх зрителей, да, які там говорять, вот, це ж цирк, це фарс, ці вибори. Смотрите, на самом деле сфальсифицировать вибори навіть на 10% невозможно. Максимум, о чем говорят, да, там і соціологи, і журналісти, і політологи, це максимум 3%. Которые можно вытянуть административным ресурсом и прямыми фальсификациями. Поэтому, когда наши люди говорят, вот, все решено, если бы все было решено, как вы думаете,
тратился бы такой огромный финансовый ресурс на рекламу, на агитацию, на наблюдателей, на членов комиссий. Это огромные деньги. Это вопрос даже не десятков миллионов, если брать да, там 40 кандидатов или там чуть меньше их. Это сотни миллионов гривен, которые тратятся. И если бы все было решено без нас, как вы думаете, тратился ли бы такой ресурс? Кто-то бы заморачивался бы действительно там над имиджем, над репутаційними потерями? Один з кандидатів витратив майже півмільярда гривень. Не будемо називати прізвище, півмільярда гривень. Да. То есть, к вопросу, когда говорят, это фарс, зачем эти выборы, не надо ходить, это не фарс, ребята, это очень-очень важно, потому что когда используется такой ресурс, это говорит о том, что невозможно. И это действительно технически невозможно сфальсифицировать больше 3%. А есть... что до парламентских, до речи? То же самое. На самом деле невозможно. Вот эти объемы фальсификации, о котором говорят, они невозможны технически. То есть это говорят люди, которые или лукавят, да, потому что чем ниже явка, тем легче, да, там, делать фальсификацию. З іншого боку, навіть до 3% це може вирішити кінцевий результат. Да, я согласна, но у нас обычно достаточно большие отрывы. У нас редко бывают отрывы в рамках стат погрешности. Очень редко. Конечно, были случаи, когда, но это было в США, да, известный случай, когда один голос решил исход голосования. Но у нас, насколько я знаю, даже в более мелких, ну, допустим, в парламентских и в местные советы, я не скажу насчет поселковых, не было такого разрыва, чтобы он был таким минимальным. Один раз это было, когда был разрыв 501 голос, было такое противостояние в Малиновском районе, по-моему, лет 10 назад, Чекита против Гриневецкого, и когда Гриневецкий выиграл в 500 голосов по тюрьме. Это единственный раз, когда я это знаю, вот то, что было. Да, вот этот вот разрыв, который вот можно посчитать. Обычно это достаточно большой разрыв, это 9-10-12%. И, скорее всего, я думаю, что будет более 7-8% разрыв между двумя кандидатами. Пропоную повернутися до даних екзит-полів, те, про що говорила київський політолог Олександр Решмеділова, про перекручування, зокрема, в Києві, як з цим в Одесі? Смотрите, ми сейчас, я буду готова там хорошо, правильно ответить, может быть, больше завтра. Мы сейчас собираем данные про организации, которые проводят экзит-полы. На данный момент мы собрали их, по-моему, 6. И мы их проверяем. Мы проверяем их через базу Йоконтрол, мы проверяем их через Министерство юстиции, проверяем, в принципе, и людей, которые, да, их удостоверения. Когда мы соберем это все в такой более единый цельный материал, тогда, конечно, будет о чем говорить. Но это я могу сказать... Против какого часу можем? Но мы начали собирать с утра, с 8 утра до 8 вечера, потом нам надо обработать. До вечера отримаем, да? Да, конечно. Экзит-полы тоже ближе до вечера. Да. Певні. Просто интересно, что они, как они проводятся, сам процесс. Были нарекания уже, еще и пытают конкретные прізвища. Мало того, они обычно есть шаг, да, но есть такое понятие, как в статистике, как шаг. А тут они подходят просто ко всем подряд, вне зависимости от пола, социального статуса, возраста. Идет муж с женой, да, обычно спрашивают кого-то одного, потому что смотрят этот шаг. А тут, а за кого вы голосовали? А вы за кого? И это как-то похоже, это очень, ну, не то, что дилетантский подход, это вот эти дешевые выборы, да, это такое определение. Опознованное подготовление людей. Да, так? Совершенно, абсолютно. И говорить о том, что это является серьезными статистическими данными, серьезным показателем, конечно же, не приходится, потому что разные организации, я пока не буду говорить, какие, мы позже подготовим уже более серьезный фундаментальный материал, и мы уже будем говорить конкретно, но они, допустим, спрашивают, а вы голосовали за кандидата А или Б? Угу. То есть, вот так и вот. Так... Что это за вопрос, ребята? То есть наводящие вопросы. И некоторые организации, которые проводят экзит-пол, проводят опрос, скажем так, до того, как люди проголосовали. А это уже, между прочим, может считаться нарушением. Ірино, ми дякуємо вам за інформацію, за роз'яснення. Ірина Гриб, головний редактор Української служби інформації, була гостею. Ми вас відпускаємо і запрошуємо. Дякую.